Я больше не хочу писать о грустном. А значит, для тебя здесь места нет. Я лишь хочу, чтоб знали две из истин те, кто дорог мне, как свет. Одна из них уже совсем не нова, но сила ее слишком велика. Храни и береги людей и слово, которое когда-то им давал. Друзей ведь много не бывает, это точно. Не сомневайся и не проверяй. И тех, кто путь твой освещает, благодари. И вместе с ними созидай. Вторая истина еще смешней и проще. Здесь истину вечность не сыскать. Ты просто будь к себе немножко строже, а близких научись прощать. Здесь все твердит о неком тайном смысле. А для чего он нам? Попробуй угадать. Ведь каждый наделяет мысли силой лишь той, которой сам сумел воспрять.